Здравствуйте. Короткий видеоотчет о мини-тракторе, который поедет в Волоколамск. Сейчас мы внешний осмотр, потом заведем моторы, ну и все на этом, наверное. Так, моторы Лифан. В обоих моторах сняты воздушные фильтры. Для зимней эксплуатации их надо в обязательном порядке снимать. Почему-то не все это помнят и забывают, мотор глохнет. Так, запуск. Подсос. Зажигание. Оба мотора с электрозапуском, но на случай, если зимой будет тяжело заводить, чтобы не мучиться с крокодилами, не дай бог коротнуть, я поставил на каждом моторе по разъему. Может, сторонние аккумуляторы будет очень легко запустить. То есть к этим проводам можно штатный любой автомобильный аккумулятор присоединить, или можно маленький какой-нибудь, буквально вот. Много мощности для этих моторов не нужно. Теперь еще один маленький нюанс. Здесь фиксация усилия регулируется вот этой гаечкой. Чем сильнее затянуть гайку, тем будет туже крутиться желоб. Дело в том, когда гайка ослабленная и идет выброс снега, она под действием центробежного, снег стучит и просто откидывает ее в одну сторону. Поэтому гайку нужно затягивать. Но здесь очень скользкое покрытие. Надо, наверное, под нее потом или подложить, ну или затянуть туго, чтобы постоянно фиксировать. На это надо внимание обратить. А сейчас я еще хочу обратить внимание вот на этот редуктор. Я как бы всем предлагаю его ставить, но люди почему-то предпочитают центробежным сцеплением. У этого редуктора два преимущества. Низкое вращение
цепи, и меньше разбрызгивает она масло с одной стороны. И с другой стороны, у нее больше диапазон регулировки хода. На малых оборотах автоматическое сцепление не отключает мотор. Но в случае чего его в большие морозы сложнее завести, потому что при заводке сцеплений нету, и шестерни тоже надо прокручивать. Ну, наверное, наличие электростартера эту проблему как-то решает. Хотя я в минус 20 заводил без проблем такой мотор. Сейчас просто покажу, какие скорости. Yeah.